В мэрии Магадана состоялась очередная прямая линия. Провел ее глава областного центра Юрий Гришан. Жители города уже привыкли, что некоторые проблемные вопросы могут разрешиться, лишь обратившись в муниципалитет напрямую. Но не все обращения имеют положительные перспективы. Так, звонок переехавшей в Магадан жительницы поселка Дукат с просьбой разрешить арендовать землю во дворе многоквартирного дома по улице Якутской под 20-тонный контейнер с личным имуществом привел главу города к необходимости разъяснить, почему это невозможно сделать в столице субъекта федерации. Вы видите, идет дождь. Если дождь, это гидравлическое испытание всех наших систем ливневой канализации, кровли, стоков, межпанельных швов. На самом деле, это, я еще раз говорю, это гидравлические испытания, это значит, по всем протечкам, которые сегодня обнаружены, должны выйти специалисты управляющих компаний. Фонд капитального ремонта должен посмотреть, как там 2, 3, 4, 5 лет назад были выполнены работы, потому что кровля по капитальному ремонту делается не на год, не на два, а на 15-20 лет. Поэтому сегодня вот такой мониторинг того, что было сделано ресурсниками за последние годы. Поступили звонки и по частному сектору, в частности с лесного переулка. Там необходимо разбираться с соседями, так как зачастую забор люди ставят не там, где имеют право, а там, где захотят. А в таком месте, например, надо ставить опору для электролинии. Есть и вопросы к некачественной работе управляющих компаний. Например, отсутствие ремонта в подъезде многоквартирного дома. По самым сложным или острым проблемам градоначальник после прямой линии планирует личный выезд на место с целью проверки изложенных фактов, оценки ситуации и скорейшего ее разрешения.